Так, друзья, добрый день. Коммерческие помещения. Это коворкинг. 149,5 метров. Помещение зонировано таким вот образом. И вот еще одно помещение. Продается вместе со всем, что вы видите. Вместе с контрактами на аренду. Помещение номер 2, тоже коворкинг. Здравствуйте. У вас-то что-то галерея, да? Да, ну круто. Так, доходность здесь у нас 6,8. Помещение также продается вместе с арендатором. Вместе с контрактом. Арендатор остается. Так, следующее помещение смотрим. И раздельное помещение. Все помещения сданы, заходить не будем, здесь работают уже люди. Плюс коммерческих помещений — это долгосрочная аренда от 1 года минимум до 2 лет, помещение, которое сдано, до 3 лет. Какие вот помещения здесь у нас? Айтишники там продали вчера эти помещения. Контракт уже на 2 года. Не требуется капитального ремонта какого-то делать, ни косметического, никакого. Так, вот это помещение тоже у нас купили уже. Сейчас приезжаем к арендатору. Делаем ремонт. Настоятельно. Доходность 6-8%. Фишка: 30% оплачиваете, получаете доход сразу же. Рассрочка на остаток суммы до 12 месяцев.